Я на месте. Немножко опоздала, потому что вчера был День России. Я поздно вернулась домой, поздно легла, потому что монтировала. Поэтому сегодня немножко опоздала на спектр к своим патриотам. Да. Всем привет! Да, ну я на прошлой выходной была здесь. Привет, привет, привет. Да забейте, господи. Привет, привет. Меня не замечают. Замечаю. Привет. Наконец-то пропажа появилась. Да. Ну не лезь ты в этот чат разговорный, но в этом-то хотя бы хочешь. Да. Здравствуйте. Да. Классный флаг. Да, наш, родной. Да. Народ обещал сегодня российский флаг принести, потому что вчера был День России. Да, я помню. Да. Народ собирается, немножко опоздали, конечно, но не страшно. Сегодня всю ночь лил дождь, ребята. И сейчас с утра тоже такая пасмурная погода. Поэтому, может быть, людей испугала эта погода такая. Да, погода сегодня. Ну, да, нелетная, мягко говоря. Вот он у нас в самом конце стоит. Всем привет! Привет, привет! Привет. Юринка, спасибо. Хорошо. Потому что мы первые подняли нашу силу с Минска за поддержку президента. А что мы скажем насчет Дня России, который был вчера? День России вчера был. Что скажем нашим братьям? Нашим братьям. И мы были вместе и будем вместе. Никто нас не рассудит. Именно благодаря им, нашим братьям, россиянам, мы смогли выстоять в августе их помощью. До того, наш доктор однажды мне сказал, говорит, когда на нас нападали тут враги на Беларусь, только русские солдаты приходили и отдавали свои жизни за нас, за нашу страну, за наш народ. Только русские, больше никто. Поэтому мы должны об этом помнить. В общем, россиян с прошедшим праздником. Ждем теперь ответку на наш праздник, 3 июля. Да. Мы ждем, мы их поздравили все, мы всех россиян, абсолютно всех вчера по Инстаграму, по одноклассникам, по всем соцсетям, да. Вот, да, так да. Что все нас знают, все нас помнят, любят. Mm-hmm. Все хорошо будет. Ясно. Спасибо, ребята, спасибо. А вы, может, хотите что-нибудь сказать, что вчера был День России? Ну, мы с Россией, у меня родственники в России. Да. Так что я Пользуясь случаем поздравить наших братьев, да, россиян. Поздравить наших братьев россиян. Мы их любим, потому что мы, что белорусы, что Россия, это одно и то же. Mm-hmm.
праздники в Карелии, так что им большой-большой привет. И всем россиянам здоровья, процветания. И мы все вместе. И мы один народ. Один народ. Наш старший. Да. Если бы не Россия, где бы мы были сейчас? Да, да, да. Это они так нам помогли в августе. Подставила Россия нам плечо. Да, если бы не Россия. Это страшно представить, я согласна. Да, да, страшно представить. Все у нас будет хорошо. Да. Этот день, все конечно, нас... не очень, ну, как сказать, ну, что же начало войны. Когда была поставлена окончательная точка в развале Союза. Это, конечно, беда. Но Россия – это Россия. Для нас она... Мы единый народ. Что нам делиться? Союзное государство. Надеюсь, что мы скоро объединимся. Очень хочется, конечно, надеяться. Хорошо, спасибо, ребята, спасибо. Так, Сергей, как обычно, всех угощает конфетами. Здравствуйте. Здравствуйте. Человек Дед Мороз, Сергей, как я уже говорила. Девчонки, вчера был День России, что-нибудь скажете по этому поводу? Так. Ура! Мы с Россией, мы с вами. Беларусь должна быть с Россией. Друзья, вот это что могу. Друг друга выручаем, друг за друга горой. Мы одна семья. И Украина присоединяется. Да. Да. Мы один народ. Россия, Белоруссия, Украина – это один народ. Да, да. Ура! Братья славяне, да. Надо соединить 15 стран. Как я мечтаю. Все 15 стран, чтобы они все были наши. Спасибо, ребята. Нас разъединили, сделали все адекватные люди. Я знаю, что они будут, чтобы было как раньше. И все за нас и переживают. Чтобы вернулось время СССР. Да. Это самое лучшее время. Так, народ потихоньку подгребает. Мочулищем привет. Привет, привет. Что-то не все. А где наш Сергей? Ну, вот мы этим же вопросом остаемся. Может, опять в наряд пошел? Разъяснять людям, рассказывать, показывать, что это такое, для чего это. Какие именно перемены им предлагает оппозиция из Магары, правильно? Да, люди были одурманены и зомбированы в телеграм-каналах. Особенно молодежь. Мне тут сообщили, что я после бессонной ночи не очень классно выгляжу, надо высыпаться. Но я думаю, что раз в неделю можно себе такой экстрим позволить. Ради общего дела. Я просто чувствую перед людьми ответственность, поэтому, несмотря на свое самочувствие и количество сна за ночь, я все равно пришла. Так. Вот такой ответственный человек. Чешет человек навстречу мне. Ты что, прячешься или что? Привет. Привет. Я вчера немножко погулял, поэтому. Сейчас. Серега сегодня не фото детей не ищет, да? Я тоже, кстати. Так, часть людей сейчас поедут на вокзал, там последний день, поезд Победы. Она приехала, она не собиралась приехать. Вообще-то
Здравствуйте, Сергей. Вчера был День России. Что вы можете, как поздравить братьев россиян? Ну, что я могу сказать? Могу поздравить. Значит, два государства, которые объединены в одно союзное, и один народ. Нас никто и никогда не сможет разделить, как бы это кому ни хотелось. Не получится. Спасибо, спасибо. Осторожно. Помаши ладошкой. Стесняешься? Красавица, молодец. Развивается, такие кадры красивые получаются. Красивые. Да, да, да. Я согласна.
с ногами. Нет, ну я ж... Так, я не буду на камеру это говорить. Поехали.